Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Валда, и мы продолжаем прохождение игры, которая называется Bloodborne, или Порождение крови, если по-русски. Замечательный эксклюзив для PlayStation 4. Замечательный и, как бы так выразиться, в общем, короче, жесткий. Очень жесткий. Так, там никто не побежит, надеюсь. Ясно. Все ясно. Ну, в общем, там очередная какая-то бабуля конченная, наверное. Знание безумца, здорово. Надеюсь, у нас какой-то лифт вниз. Сейчас устройство не работает при том. Шагни вперед. Да ну тебя нафиг. Падение ждать впереди. Спасибо большое, логично. Не, я думаю, что этот лифт, это, наверное, шорткат на подъем потом, чтобы подняться. Я думаю, что так. Ну, то есть, мы там с конца локации обратно вернуться в начало, типа к этой клампе поближе. Так что в топку, идем туда. Пусть, значит, таки у нас один, получается, есть. Пока что, на данный момент. Вперед в неизведанные земли. Давайте посчитаем все, что пишет. Берегись, метательный предмет. А, спасибо, вон там метательное еще животное идет. Которое метается на меня. Вот факт, не достал. Но он сейчас меня так увидит. Прискакала. И бабуля с кочергой тоже прискакала в два счета. Вроде старая, а прыткая. Смотрите, как быстро перемещается. Так, а гнать эти животные не боятся. Ну, животные, в смысле, эти коровы, а не бабушки. Бабушки, они вроде как человеки. А, понял тебя. Что за метательный предмет ты имел в виду? Густая холодная кровь. Так, как тебе подняться и жопу надрать? С кувалдой стоит. Япона мать. Вы что себе, женщина, позволяете? Как вам не стыдно? Так, давайте снизу посмотрим. Я там быстро пробегал, потому что меня как-то ремолот вылетели. Не все успел оглядеть, не все углы. Еще какая-то лестница наверх. Ну, допустим. Тут мы с тебя подняли густую холодную кровь. Ну и все, в общем-то. Два пути наверх. Интересно, они идут в одно и то же место или в разные места? Берегись, женщина. Женщина. Да я убил тут всех женщин уже. Так что особо мне бояться нечего. Наверное. О, мужчина. Зато бежит уже на меня. Сломя голову. Ну здорово, дядя. Твою мать. Убил. Да. А так все хорошо начиналось, а? Семен Семенович. Ну что же ты в самом деле? Отравленный ножик, стена, метать них, вот что я думаю. Че их экономить, если боссов они не берут особо? Ну или может не всех, по крайней мере. Я думаю, что можно троих потихонечку и тратить. Хотя мне там всего два, по-моему, осталось. Так, ладно, сволочи, ублюдки, подонки и прочие. Всем выйти из сумрака. Он в этот раз разозлился. Не на шутку. Прибаутку. Отлично. Да чтоб тебя подкинуло и разорвало. Ладно, похилимся, ради такого дела и не жалко, в общем-то, ничего. Бешеная бабка с кочергой. Фак. Ух ты. Хотела мне серпом под лопатку зарядить, но я был быстрее, чем она. Блин, еще хилиться надо. А что поделать? Так. А сколько три молота вот еще тут? Уже не осталось никого, что ли?
Он кидает меня на три молота еще по-прежнему. Сверху, да-да-да, бросает только в путь. О, у тебя мои отголоски, а ну отдай их обратно. Вот так-то лучше. Блин, хотя бы коктейльчик молотов один, что ли, выпал с тебя. Ну, это было бы хорошо. Но не тут-то было. Фиг там плавал. С них тоже ничего не падает, да? Соответственно. Ладно, а то отголосков неплохо так нафармили. И, в принципе, враги-то не особо сложные. Ну, не считая этого ублюдка большого. Но его мы тоже уже мочили и не раз. Ау! Еще как три молота. Вот это было неожиданно. Давай тогда спустимся с того пониже немножко, братюня. Там, где нас, по крайней мере, не достанут. Все, сдох ты. Ну и хорошо. Так, какая там сволочь кидается коктейлями молотовыми? Откуда самое главное? Еще пара одинаковых кровавиков. Здорово, слушайте, реально здорово. Угу, я тебя вижу. Ты здесь даже одна, что ли? Бабуля, чего тебе дома не сидится, а? Так, хорошо. Здесь у нас ничего. Проход по-прежнему пока только один получается. Вот сюда. Берегись засаду, да, я даже слышу уже. Только откуда, пока не понимаю. Ага, вижу. Ну вот так вот. Подкараулить на меня решил. Я тебя сам подкараулю. Что бы я делал без подсказок? Ворона, я думал, какой-то крокодил сидит. Все, у меня уже галлюцинации зрительные начинаются из этой игры. Куда ты, блин? Птица от них тут воняет. Да лис от всех, по-моему, воняет. Кто бы ты ни был, блин. Ох, еще одна осталась жива там. Окаянная. Много птичек. Очень много. А, призрака. Зачем мне призрака? Я думал, записи. Так, 4 камушка. Хорошо. А здесь уже у нас получается явно какое-то разветвление путей. А пойдемте сходим вниз, наверное, потому что это может быть как раз тот колодец, который к началу локации ведет. Шагни вперед. А может и нет. Хрен его знает. Здесь, в принципе, не так уж темно. А, так да, мы просто пришли, получается, да, это. Да, тупо пришли обратно. Понятно, ну хорошо. Очень такой удобный спуск. Или подъем. Смотри, с какой стороны ты двигаешься. Так, а можно лифт опустить вниз теперь, интересно? А если так? Да, так можно. Ну, чтобы потом, мало ли. Хотя, по идее, рычаг теперь должен, наверное, активировать его, раз я по нему проехался. Так что можно было, наверное, рычагом его вызвать. Ну, да хрен с ним, короче, пошли. Берегись засаду очередную. Угу. Сдохни. Так, и там еще, по-моему, какой-то здравик орал, слышал. Вон он наверху ходит. Ох, отлично, пепел костного мозга. Что-то даже дофига дали, по-моему, 8, что ли. Ну-ка, вниз можно прыгнуть, интересно? Я думаю, что не стоит, пожалуй. Так, хорошо, старина. Как бы тебе со спины подойти бы аккуратно, да втащить бы.
хрень там плавал. Ладно, неважно. Ну да, как три молотова, то, что нужно. Оп, твою мать! Ах, ты сволочь. За это я буду бить медленно и жестоко. Ты умрешь, у меня очень болезненная смерть. От камушков, эти камушками закидают, тварь, которая отнимает по два. Ублюдок, а так я и знал, что такая херня случится. Просто если бы там не коктейль молотова, вот дебильный, который там кидает какая-то очередная бабка сумасшедшая, оттуда бы не пришлось уходить. Все было бы хорошо. Ну, в общем-то, что могу сказать? Очень даже не зря получается. Я лифт вниз спустил. Как знал, блин, как чувствовал. Ну, блин, там 10,5 тысяч душ, надо их поднимать идти по-любому. Просто 100% поднимать надо их идти. Не достанешь, не достанешь. Так, тут кто живой остался? Птички, плевать, там бабка с кочергой будет сейчас сзади. Ну, давайте одну птицу замочим. А тех уже не будем. Хотя, подожди, у тебя... Не, показалось, что у нее мои отголоски, что у нее глаза светятся, но нет. Бабуля! Внучок пришел. У него мои отголоски. Вот ублюдок, а. Офигенно. Чуть был не сдох и не просрал 10 тысяч отголосков. Ну так-то лучше. Ну, 2 пузырька потратил, 2 пузырька вернул, в общем-то. То есть, в принципе, считайте, что мы с ним квиты. Берегись огонь, поэтому помни заманивание. Ну да, я как раз его и заманил, в общем-то, блин, сразу прочитал подсказку, сразу бы знал, что тут огнем кидается очередная сумасшедшая бабка. Вот она, кстати говоря. Так и знал, что она тут не одна будет, а с подругой. Марфа Васильевна, говорит я. Называй меня так. Так, а там темно, кстати, я думаю, что самое время для факела. Ага. Привет, собачка. Не, это явно корова, по-любому. Осколок кровавика с нее падает. Жесть, какая прелесть. Звуки такие звуки теперь просто чудесные какие-то вообще. Прям удивительные. Место просто наипрекраснейшее. Так. Что-то звуки мне совсем не нравятся. Воспаленный глаз. А там что сзади, интересно, пойдем своим туда посмотрим сначала. Так. Какой-то спуск вниз, и здесь надо, наверное, аккуратно пропетлять по досочкам по этим. Допустим. Старый знакомый. Хорошо. Это я еще с улицы видел. Что здесь что-то лежит. Знание безумца здесь лежит. Они, кстати, дают мне это самое озарение, знание безумца. То есть их, в принципе, можно собирать только в путь. И потом с помощью них получать озарение, а с помощью озарения покупать какие-то вещи в магазинчике. Тихо, тут лучше не падать, тут лучше пройти аккуратненько обратно. Вот так. Женщина, мерзость какая. Да, женщины тут вправду мерзкие.
Тут и не поспоришь. Так, хорошо. Куда это мы вышли? Офигеть. Что такое? Это все дальше заходим, куда-то непонятно, какие-то дебри вообще, какие-то деревни с бешеными бабками сумасшедшими. Хрен его знает вообще. Чё к чему? Привет, родная. Ай, короче. Пока ты там крадешься, блин. Проще тебя просто сразу убить. Еще есть желающие? А тут пока, кажется, нету. Так, там что-то лежит, уже вижу старика. Там тоже. Здесь ничего нету. Я, блин, стараюсь аккуратно идти, заглядываю за угол, очень не торопясь, потому что мало ли кто там у нас поджидает. Вон кого-то я уже вижу, там с факелом кто-то ходит. Кто-то явно недобрый. О, блин, там еще и здоровяк. Черт побери, а. Ну да, молодец. Просто молодец. Мать твою, он сюда идет. Мне что-то с ним вообще махаться не хочется. Отходи быстрее, твою мать, я ничего не вижу. Куда идти, прыгай. У-ху. Тихо, тихо, тихо. Выключай, выключай, беги. Хилься. Так, спокойно, тут места побольше, тут мы с тобой и разберемся, ублюдок. Лови сразу тебе. Заряжен атаку раз, лови заряжен атаку два. Пока, надеюсь, что тебя ничего не дропалось, потому что ты упал и все пропало. Фак, обидно даже как-то. Ну ладно, хрен с ним. Столько потратить пузырьков просто на одного ублюдка. Сука, там, 3 или 4 мы потратили, по-моему. Это, блин, нифиговое количество. Так, ладно, что у нас тут? Холодная кровавая роса 3. Там пара бабулек. Они, в принципе, особой опасности не представляют. А там что-то какое-то еще интересное. Какая-то локация непонятная. Вот там похолодило. Ворота какому-то боссу, что ли? Сволочь, попала таки. Хорошо. Пока что-то получается. Ну, тут прыгать вниз, наверное, лучше не стоит. Можно, конечно, наверное. Ну тут-то точно можно. Ну, давайте сначала посмотрим, что у нас дальше. Оу. Твою мать, собачка. Или коровка, неважно. Сдохните. Все. Пузырьков на вас, ублюдков, не напасешься. 15 500 отголосков. Надо бы прокачаться, на самом деле. Надо бы. Твою мать, откуда? Угу, видел. А, я еще и в огонь сам зашел, дебил. Ну не дебил ли, нет? Бабуля! С пятого хоть там ничего не упало? Не, вроде ничего, ты пуста. Слышу, слышу. Бойся женщину. Где она только? Вон она. И побежала, побежала. Не в ту сторону бежишь, родная. Нифига ты. О, пузырек крови, это хорошо. Возможно, даже я сразу бы его выпил. Но пока не буду. Что-то какое-то место явно неприятное, куда мы заходим. Не нравится мне здесь совсем. Бойся слепоты.
Береги сильного врага. О, блин, опять два этих ублюдка ходят. Охренеть. Тут тоже какая-то подсказка, просто хочу ее прочитать, попробовать. А может, это не подсказка, может, просто облики. Так, хорошо. Что же мне с вами, уроды, делать? Может, просто обойти вас? Да не париться. Где второй? Или, может быть, сюда их заманивать попробовать? Камушек, поставь меня, пожалуйста. Давай. Он сам сюда уже заманился. Ну охренеть, он зашел сюда. Фак, 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 убил! 16 тысяч отголосков, твою мать, ублюдок, чертов, больной психопат, ненавижу тебя, тварь. Если они еще в него вселились, то все, это просто фейл. Столько пройти. А, вот это боли. Я просто реально никак не ожидал, что он сюда запрыгнет. Думал, он там сейчас застрянет в этих, в этой калитке, в этом проходе дверном. Я спокойно его замочу. Угу, блин, замочил. Твою мать, а? Твою мать, твою мать. Все из-за тебя, сволочь. Не смешно нисколько вообще. Да сдохни ты, господи, боже мой! Умри! Еще бы не здоровье на тебе терять. Тварь такая. Шагни, говорит, вперед. Впереди падение ожидает. Подсказка, видите, какая была? О том, что просто типа. Прыгай, не бойся, короче. Ты там не больно сдохнешь. Тут бы еще как побежать теперь. Фак, чертова! Корова. Да господи, боже мой, сдохните все, ублюдки. Пипец. Ну вот и все, просрал я. 16 тысяч отголосков, просто просраны впустую. Охеренная локация. Очень нравится. Ну что могу сказать, давайте по новой всех мочить теперь. Хотя бы отголосков соберем, брат, хоть какое-то количество. Раз те уже просрал, получается. Дерьмо, конечно, вообще. Дерьмо дерьмейшее. Дерьмовейшее. Сдохни, тварь. Эти отъехали. Барышни. Очень обидно на самом деле. Столько просто продвигаться вперед, да, стольких монстров замочить, блин, и потом вот так вот по собственной глупости, на неосторожности, на ошибке потерять все вообще, абсолютно все. То, что было нажито непосильным путем. Да еще и сколько всего я потратил, пузырьков всяких разных, там всякой шляпы. Птичка, ты успокойся. Я тебе говорю. Где там еще одна была? Вон она. Готово. Так, бабуля с кочергой на очереди, а потом и большой чувак опять. Опять мы будем выманивать аккуратненько. Ни хрена ты бортуешься. Ладно, мы, конечно, не жизнь-то обратно восстановим, но, блин, что-то неприятно вообще. Нисколько. Так, ладно, да, в принципе, пойдем. Иди сюда, родной. Буду тебя бить больно. Или ты меня. Твою мать!
птичка-то откуда здесь взялась? Я ж тебя убил вроде, нет? Сволочь. Ладно. Два пузырька потратили, два пузырька восстановили, то есть, в принципе, ни о чем. Остались каждый при своем, единственное, что я получил еще с него отголосков немножко. Что тоже, в принципе, радует. Так. Ты тут как-то ремонтом кидаешься, да? Так, а почему собак было две, я не понял, там же вроде как одна была. Вон она. Сдохни, тварь. 963, мог получить 16 500, ты меня не убила, сволочь. Чёртова сволочь. Ладно, хрен с ним. Идем дальше. О, подожди-ка, стой, родная. Стой, кому говорят. Вот так. Так-то лучше. Так, ну понесла еще. Опять сложные враги, опять сложные этапы. Но, в принципе, бежали мы до сюда довольно быстро. Здорово, бабуля. Даже успела ударить. Ну, вроде как особо ничего не отняло, поэтому пойдешь со мной за это. Голову под мышкой зажал и понес. Фак, а? Забавно. Иди сюда, ты. Хорошо вошло. Качественно. Куда это ты поспешил-то? Ай, тебя-то я не заметил. Спряталась-то, однако, здорово за ним. Но это тебе не особо поможет, тварь. Сегодня я зол. Сама там такая. Сама туда иди. Все, все сдохли. Вроде да. Давайте посмотрим вообще, куда мне тут дальше надо идти. Можно туда сходить наверх. Да хрен узнает, тут пути, короче, немерено. Главное этих чуваков убежать, а там уже видно будет. Куда и зачем. Подожди, ты что? Упасть, что ли, вздумал? Воу! Ладно, хильнемся разочек, ничего страшного. Так, бабка справа. Чтоб тебя, сволочь. Фу, ну ладно, 8700. А могло быть в два раза больше, могло быть 16. Так, быстрее, 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 быстрее. Меня не впалили, все хорошо, но он идет сюда. Поднимай свою калитку. Или можно отсюда закрыть, нет? Нет. О, бабуля. Запалил, да? Конечно, запалил. И ведь сдох. И вправду сдох. Так, тут что-то снова дофига всяких разных путей. При том, что мы еще там сзади у тех чуваков не все обыскали, да? Даже не знаю, куда идти. Ладно, сейчас будем вместе с вами разбираться. Что тут, куда тут и почему тут. Сначала возьмем с него парочку пузырьков. Тут бы уже было бы неплохо лампу найти, на самом деле, новую, мне кажется. Уже, по-моему, далековато мы зашли. Так, ладно, тут по одному надо выманивать просто аккуратно.
Кто это, говорит, посмел меня кинуть камнем? По-моему, как раз так конченая с коктейлями Молотова стояла. А он там ходит с кочергой. Сейчас вот тут где-нибудь ее подловим. Ну, что-то как-то так себе подловил, конечно. Ну ладно, хрен с ним. Главное, что замочить смог. 10 тысяч отголосков. Где мы? Какого черта? Я уже совсем запутался. Ну ладно. Пока вроде... Стоп, подожди, а что-то... Да более знакомые места-то, оказывается. А мы не в самое ли начало пришли обратно? Что-то меня терзает смутные сомнения, что я по кругу обошел и пришел в самое начало. Нет? Очень похоже на то, просто реально очень похоже. Да, так оно и есть. Ну офигеть теперь вообще. Так, ладно, там еще какой-то был путь. Направо куда-то вон уходил. Я что-то раньше, получается, его не замечал, значит, наверное, так. То есть он просто шел в тупую и шел себе спокойно наверх. А здесь еще. Подожди, а где он этот путь? А, он сверху, получается, сюда. И куда-то вот туда. Да, вот там-то мы еще не были. Что пишет? Засада. Ну, как всегда. Или подожди, или были. Были мы тут тоже, по-моему, уже. Где я, мать твою, почему здесь? Да, все, я понял, где я. Охренительно кругами прошел. Так, ладно, вернемся тогда обратно все-таки и попробуем мимо тех чуваков побежать в другую сторону, посмотреть, что у них там за ними находится, что они там вообще охраняют. Бить их реально не хочу, они вот самые такие неприятные враги, не считая боссов в игре, по-моему. Реально очень неприятные. Нахрен побежали. Лучше вон к собачкам пойдем. А может быть и не лучше было. Может быть и не самая хорошая идея. Еще собачка, твою мать, да вы еще издеваетесь, тут столько собак. Ёперный театр, мочи, мочи, мочи. Фак. Ну почему их там так много-то, ёперный котовод, реально там их 500 миллионов тысяч штук, блин, хер их знает вообще. А, 12,5 тысяч отголосков снова просрать. Твою мать. Боль, просто боль. Ладно, друзья, давайте здесь закончим, пожалуй, на этом месте. Просто, блин, не знаю, надо перекур устроить после такого. Мучения и боли, все просрать опять в очередной раз, только идти теперь получается по новой. Вот говно. В общем, ставьте большой палец вверх, если вам понравилось. Не забывайте про комментарии и, конечно же, подписывайтесь на канал, кто до сих пор этого не сделал. А для вас играл комментировал Валда, это была игра Bloodborne на Epic Type. Спасибо за просмотр, до новых встреч. Пока-пока.